Дорогие друзья, скоро наступит новый 2022 год. В последние часы уходящего года мы обычно вспоминаем, каким он был, анализируем, чего удалось достичь, строим планы на будущее. 2021 год был для Приамурья сложным. Мы пережили масштабное наводнение, большая вода повредила сотни жилых домов, дороги и социальные объекты. Еще одна проблема – пандемия коронавируса. И сейчас, когда большинство из нас готовится встретить праздник дома, на посту остаются наши врачи. Хочу выразить огромную благодарность медикам и надежду на то, что в ближайшем будущем мы одержим победу над вирусом. Несмотря на испытания, регион в 2021 году развивался, в графике шли все важные проекты. Это объекты газового кластера, космодром «Восточный», началось строительство второй ветки БАМа, проведена масштабная дорожная кампания. Немало удалось сделать для нашей медицины. В селах появились новые ФАПы, многие медучреждения отремонтировали.